Просишь, просишь у них линейку. Куда ушла? Ребят, здесь бардак. Осенью всегда у всех в прихожей бардак. Мы проснулись, на улице дождь. Мы уже позавтракали. Просто честно, положа руку на сердце, скажу. Мы уже проснулись и позавтракали. Боже ж ты мой. Вот и лето прошло. На заборе полно яблок. Словно и не бывало. Вот и лето прошло. Только этого мало. Только этого мало. Только этого мало. Значит так. Наступило утро следующего дня, мои хорошие. Сейчас мы рассчитаем, где должны стоять стеллажи. Все вместе соберемся, пойдем замерять сарай и считать, сколько, где, каких стеллажей нам нужно поставить и сколько стеллажей нужно заказать, где будут висеть лампы. Я думаю, что это будет интересно. Так, все, пошли расчерчивать пока план. На улице холодрыга. Мы готовы к расчерчиванию. Пока мои одеваются, мы с вами посмотрим внешний сарай. Внешне и внутри. Потом я буду записывать, снимать будет Алла, поэтому кому интересно, можете посмотреть у Аллы на канале, как мы будем его планировать. Ну вот я вместе с вами подхожу сейчас первый раз к сараю. Борис пол покрасил серым. Вот такой вот сарай у нас получился. Это дровница, 1 на 2. Ой, мне главное не упасть бы со своей ногой. Вот проход за сараем. Здесь отливы надо будет делать. Так, пойдемте дальше. Вот тут у нас уже Борис. Вот это вот у нас одна дверь. Сейчас я ее открою. Покажу, что там внутри. Так, включаем фонарь. Чтобы... О, фонарь включили, а что толку? Так, вот такой сарай. Вот здесь вот он заканчивается. Вот, вот так вот он выглядит. Сейчас, все трясется. Сейчас, мои хорошие. Так, вот так вот он выглядит. Ступенек пока еще нет. Сваи металлические, винчивающиеся. Это дорожка осталась. Шумит дождик. Это одна часть сарая. Теперь закрываем дверь. Пока на гвоздик. Идем сюда. Это другая часть сарая. Стекла здесь матовые, и это ужасно. Потому что свет не проникает. О, здесь уже наша обувь. Как я сюда заберусь, я не знаю. Вот. И здесь вот так. Вот так все сделано. Сейчас будем замерять, где балки, где какой стеллаж встанет. Что чего. Ну, я вот думаю, не высоковато ли мы его сделали, нет? А ниже. Вон самая высокая точка там была, а не под того. А, понятно. Ну, в общем, ребята, вот такой сарай. Вот так он получился. А здесь-то как они все это прибивали? Здесь же так близко все, Борис. Ну, вот здесь старый сарай еще стоит тут, неразобранный. Тут только с краев. А, только потом надо будет добить и планку. Вот ага, здесь, вот ага. Еще. Все, я поняла. Тут покрасили только сколько достали. Да, я поняла, поняла. Да, вижу, там середина не прокрашена. Ладно, все, ребят, пошли туда внутрь, Алочка. И пойдем мерить будем. Да, ну здесь, да, да, дождь очень такой. Мокрый. Да, все, пошли, забирайтесь, ребят. Мне потом руку дадите. Ладно. Да? Тихо. Смотрите, да? Оттуда. Разуваются. Ал, помоги ему, чтобы... Ага, разуваются. Это пока новый сарай разуваются. Вот хоть бы камень сюда положили. Как я буду прыгать-то отсюда? Нормально. Нормально, да? Тебя. Ты меня достанешь? Я поправилась. Вот сейчас, ребят, надо поставить вот сюда их тапки, чтобы не промочил дождь. Вот. Ну, все, сейчас будем замерять. Нет. Да достаточно будет, что и не к стенке, обойдя эти палки. Да, отступя от них. И тогда можно уже варьировать как угодно. Я? Да. Правильно, вы меня замочили. Вот все не так. Ребят, пойдемте отсюда. Нас не любят здесь. Держи.
Все, пошли тебя считать сторожей. Да, пошли. Да. А, держи, надо. Если... Сколько стоять, потому что 2 метра это... 190. Все, двигаемся в сторону дома. Ух ты! Ух ты! Ну, в общем, на огороде еще ничем не занимались. Хорошо хоть... А, кстати, хотела посмотреть, как лилии это мои, ребят. Вот они, мои укрытые лилии. Вот они, живые. Ой, я счастлива. Я просто рада. Просто счастлива. Все, пошли домой. Все живое, все надо убирать. Ну, мы сделаем красоту, Алла, сделаем. Сделаем красоту, все, уходим сейчас в дом, распределять стеллажи, считать, сколько чего. Я под дождем огородом заниматься не люблю и не буду, простите, мои дорогие, да. И вообще огородом я люблю заниматься весной. Женя, ты по нам соскучилась? Еще как. Бросаешь нас одних? Чего надулся? У тебя под мышкой даже свитер порвался, не надувайся. Что? Мускулатура, знаешь, растет. Угу. На пельмени. Под мышкой. Под мышкой. Борис уезжает в Москву. У него дела. Я, Маша и Алла. Остаемся здесь. Ключ от бабушек там висит. Хорошо. Че, Борис? Пока. Что мне беречь, говоришь, руку, ногу? Берегите ноги. Сеня. Сеня. Ой, хорошо. Они золотые. Так, что одеть? Ботинки? Яблок возьми. Яблок я побольше возьму. Положи, пока там большая Ты сумка. Ты меня дверью придавил. Там большая сумка есть. Ну, погодка. Ну, погодка. Алк, чтоб не выходил пока, а то сейчас снесет все. Алла, не выходи пока. А я ботинки ищу. Нашел? Нашел. Сносу нет. Футболки новые возьмешь отсюда? Ну что ж, я потащу-то. Да что ж тащить-то? Тебе прям тащить много. Да. О, пакет один взял с хлебом. Говорит, что ж я потащу-то? А меня тащить? А тебя-то что тащить? Сам доедешь. Ноги доведут. Устал уже. Алла, дверь не открывай. А что у тебя тут оторвалось? А где у тебя тут пуговица была? Слушай, да у тебя куртка вся поизносилась. Вот такая же она кожа, Боря, как и у меня была кожа. Естественно. Это совсем не кожа. Вот, вот вруны, а. Всего 15 лет. У тебя сзади куртка облетает, как листья на клёне. Всего 15 лет относил. Никто не напомнит. Иди, Бобочка, под дождь, иди. Боб, не уезжай. Уеду. Боже, подумаешь. Помидоры отсюда можно брать? Бери, можешь из теплицы. Там, кстати, посмотри, наверное, уже дыни созрели. А дыни там еще висят? Да. Сейчас пойдем сходим в теплицу, посмотрим. Я туда и не заходил. Со времен постройки сарая? Да. Так что дыни, наверное, уже оранжевые. Пахнут. Давай. Иди к папе, прощайся. Нет. Зеня. Нет, холодно. Не пойду. Отстаньте. Обижена я на вас. Скажи, все уезжают куда-то. Да никто не уезжает, все здесь. А целоваться будем? Будем. Да. Клюнули друг друга. Все, ребят, пока. Пока. Алла, не забудь, молоко, яйца, семечки. Семечки, да. Молоко, яйца, семечки. Хорошо. Давай. Пока. Давайте. Пока.
Все, Мария, уехали. Одни будем. Одни будем. Наслаждаться, да, Маш? Ага. Аллочка уехала провожать папу, а я сейчас приготовлю обед. Машуля делает уроки, Алла приедет, и мы как раз пообедаем. Борис вчера приготовил курицу. Я сейчас пожарю картофель отварной с корочкой. И Алла приедет, и мы будем обедать. Сейчас хочу зайти в парник, ой, дождик все еще идет, и посмотреть, что там есть. Что там, в принципе, в парнике? Ой, ребята, дождик. Аллочка пока провожает папу. Пойду посмотрю, может, там огурчики где сохранились. Ой, сколько убирать яблок, сколько нападало. Так, пошли. Так, вот что тут. Так, хотела сделать салат, поэтому надо сорвать хоть какие-то огурчики. Вот они тут еще пока висят. Ой, упала. Так, два огурчика, а больше и нету, наверное, да? Нет, вон там еще висит один, только я до него, наверное, не доберусь. Вот еще малявочки. Да, были здесь морозы, поэтому здесь вот так. Где там, Борис говорил, у нас... Дыня-то висит. Наверное, все попадало уже. Ребята, ищите дыню. Вот она висит. Вот она висит почему-то, зеленая дыня. И вон еще там вдалеке желтеть начала. Помидоры все попадали. Ну, или отдых, или, как говорится, урожай. Что-нибудь одно. Все, да? Больше ничего здесь нет. Розариум Ютерсон, туда не пролезть сейчас. Перчики. Ой, сколько здесь еще предстоит работы. Мама дорогая. Ну, понятно, что Борис занимался сараем, и ему было не до, как говорится. Так, вот еще здесь огурчик висит. Надо его тоже забрать отсюда. Ой, дождик как колотится. Ну что, пошли петрушечки нарвем. Для салатика. Так. Вон сколько яблок. Вот сколько. Сейчас за шиворот накапает. О, отдыхали, называется, да? Так. Вот, я думаю, хватит для салатиков. Пойду. Яблочко взять надо с собой. О, вот такое возьму, самое большущее. Дождик льет, льет, льет. Очень не люблю осень. Вот такую сырую и холодную.